Я Леонард, гейм-директор студии Point Blank Games. Сейчас мы разрабатываем Shock Tactics, одиночную пошаговую стратегию. Вы упоминали, что в студии трудится всего 7 человек. Наверное, нелегко работать с столь малым составом над такой амбициозной игрой. Да, прошлый год был для нас очень тяжелым и загруженным, но это был крайне интересный и даже в какой-то мере дикий опыт. И сейчас мы очень гордимся тем, чего нам удалось достичь. И мы очень надеемся, что геймерам это тоже понравится. Судя по всему, ваша игра будет представлять собой нечто среднее между XCOM и Civilization. Это действительно так или в ней есть что-то собственное, уникальное? Я бы сказал, что это нечто среднее между XCOM и Jagged Alliance 2. У нас получилась довольно взрывная смесь с очень быстрым и агрессивным геймплеем. От Civilization в ней практически ничего нет. Наверное, вы так подумали из-за глобальной карты, но это просто элемент исследования мира. Никакой глобальной макроигры в стиле Civilization у нас не будет. Используются ли элементы рандома при создании миссии карт? Да, карта мира будет процедурно генерируемой для каждой игровой сессии. Но помимо этого, у нас есть 38 карт, которые были созданы вручную, и каждая из них подразумевает использование определенной стратегии. А что за движок вы используете в игре? Возможен ли ее релиз на мобильных устройствах? Мы используем Unity. И, честно говоря, до мобильного релиза нам еще очень далеко. Мы задумывались над портированием в будущем, но пока только PC. Значит, небольшой шанс все же есть? Возможно. А что насчет даты релиза? Игра должна выйти в начале весны, приблизительно через пару месяцев. Это во многом зависит от того, как пройдет финальное тестирование. Плюс мы делаем для нее русскоязычный перевод со звучанием и очень рады, что смогли найти на это силы. Ну и, конечно, игра будет доступна на английском и немецком языках. А есть ли какая-нибудь информация о ценах? К сожалению, нет, от нас это мало зависит. В любом случае, цена будет примерно вдвое ниже, чем у AAA проектов.